Приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение». Мгновение моей жизни. Сегодня у нас 14 апреля. И вот, вот такая вот у нас погода. Вернулась зима к нам. Ночью сегодня был заморозок. Даже была минусовая температура. В некоторых районах Сиэтла позамерзали дороги, особенно мосты и там, где была вода. Но сейчас вот уже 8:30 утра, я приехал на работу и температура начала подниматься и пошел вот такой вот снег. Естественно, он мокрый. Растает. Ну, вот такая вот красота. Вот такая вот погодка у нас. Всю эту неделю было очень прохладно. Был ветер. Потом как-то один день на прошлой неделе вышло солнышко. Было тепло. Даже на прошлой неделе было 24 градуса тепла, представляете, солнце. Мы уже в футболках ходили, тепло было, но буквально один день. А потом снова температура начала понижаться, и снова холода, ветер. Это частое явление в штате Вашингтон, вот такая вот погода. Перепады такие очень сильные. За день бывает перепад температуры до 25 градусов. Колеблется. Так что вот, вот такие у нас погодные условия. Но обещают еще эту неделю дожди. И следующие полнедели. А потом уже в конце апреля уже будет наступать лето. В этом году весна очень затянулась, прохладная, холодная, и даже вот эти вот деревья, все почки на деревьях, цветы, кусты в этом году намного позже зацвели, чем обычно. Так что как-то так. Ну, а мы будем продолжать работать. Рабочий день у нас начинается. Всем приятного настроения, всего хорошего, до новых встреч.
Кувырок Мася робить, не забула. Мася, кувырок. Кувырок, Мася. Мася, кувырок. Good kitty. Кувырок. У, хороша моя кітя Мася. Мася, хороша кітя. Мася, хороша кітя. Зробила кувырок. Багіра там. Enjoy. Багіра, на сонечку грієшся. Grrrr.